Всех приветствую, ребята. Ну что, у нас сейчас будет, очень надеюсь, коротенький заход из двух боев. И, надеюсь, с первой попытки мы завалим босса. Ну, погнали. Сначала у нас этот бой, потом события, а потом босс. Так, леший, это мы уже проходили. Мне дожидали. Просишь меня о помощи? Вот это очень дальновидно. Одно и то же. Так. Угу. Ну, не сильно разгуляешься. Давай пока тебя. Раз однажды тебя прогневил, и нас ты изгонишь так же. Это кто такой? Древний туманник, надо сейчас почитать будет. Так, летающего поросенка мы уже видели. Свиньи, чтобы знали, звери чистоплотные. Ух ты, еще один. К оружию! Ну, пока, наверное, так оставим. Давайте про него прочитаем. Есть множество потаенных страхов. Страх перед туманом обоснован. Усилить эту карту настолько нит, сколько ходов будет длиться эффекты ряда на противоположной стороне поля. Каждый раз, когда создаете эффект ряда, усиливайте эту карту на столько нит, сколько ходов он длится. Ух, ну ладно. Еще один. Так, тебя вываливаем сразу. Ее величество знает, что делает. Вот это, конечно, вообще замечательная карта. Рановато, конечно, она нам выпала. Но под затыльники она хорошо им насыпает. Зверь явился не просто так. Вы призвали его своей похотью, алчностью и жестокостью. Усиливайте этот отряд на 2 единицы в конце вашего хода, если он не является сильнейшим отрядом на поле. Окей. Еще одну карту сюда. А, еще две можно сходить. Ну, я тебя обязательно сюда схожу. Да, да. Придам! Тебя пока сюда положим. Тролли, крошечные мозги и огромные желудки. Сочетание весьма опасно. Так, мы это читали, да, было дело. Так, нормально, пусть так будет. Жара. Усиливают этих парней. Ну. Вот так делаем. Тебе, конечно, и так усиление деваться некуда. Ты скоро отъедешь.
всегда к твоим услугам. Ну, ничего страшного, опять же. Дубовики? А, такой карты мы еще не видели. Ах ты, ё-моё. Добавьте кровотечение вражескому отряду на троих и создайте копию этого отряда в этом ряду. Больше всего им нравится жевать пальцы. Они для них как сладкая морковь. Какие шалунишки. Нанесите вражескому отряду урон, равный значению его усиления. Затем усилите эту карту на столько же единиц. Давайте. Это мы сделаем. Месть природы тоже вроде не встречали. Природа издавна мирилась с человеческими выходами, но ее терпение не безгранично. Нанесите 5 единиц урона вражескому отряду. Ага. Расправа. Усильте случайно дружный отряд. Ага, ясно. Вот туман-то хоть глаз выколи. Создайте эффект тумана в ряду противника. В начале хода игрока, на чьей стороне поля находится этот эффект, нанесите 2 единицы урона слабейшему отряду в этом ряду. Ясно. Ну, то есть этого задохлика мне уже снесли. Вот так. Можно было, конечно, еще дольше подождать. До 30 его аж усилили, а. Спешите видеть вообще. Опять картошка? Так, 5 единиц урона кому тут насыпать можно? Тебе можно? Ну-ка, давай еще что-нибудь кастанем. Мы, конечно, выиграли, но хочется ему там еще вдогонку насыпать. Ах, блин. Ну, это было легко, в принципе. Откройте случайный отряд склада противника и усилите эту карту на значение силы скрытого отряда. Ну давайте попробуем. Интересная карта. Земля выжжена, а в воздухе гарь. Значит, демон близко. Ага. Так, что события? Ой, ёпта, мать. Вы останавливаетесь у моста. Да-да-да. В общем, что-то троллю надо этому отдать. Уберите карту мантия-невидимка, карту из вашей карты. Давайте рекрута отдадим. Козлиная, козлиная. Здесь я сделаю копию сохранений. И теперь погнали. Давайте прочитаем про этого товарища, что он вообще умеет. Так. Альзур шел по сожженному полю пшеницы, и тут на опушке невдалеке раздался оглушительный взрыв. Глядя на то, как небо заволакивает пеплом, чародей понял, что добыча совсем близко. Погибшие в поле кметы считали это существо мстительным мороком из адского пекла. Альзур же видел в нем ключ к завершению величайшего эксперимента.
Так, приказ. Создайте фантома пламени в случайном дружественном ряду. Ой-ой-ой. Это вот этого товарища, да? А можно его про него прочитать как-нибудь? Никак, ладно. Вот это хорошо. Это мы оставляем. Это мы тоже оставляем. Это оставляем. О, идеально. Ух, как вообще знатно-то. Так, сейчас подумаю, как лучше сделать. Тебя, потом тебя. Блин, тебя бы еще, конечно, там вовремя выложить, чтобы ты там усиливался. Ну ладно, давай ты у нас будешь вообще самым первым. Начинаем насыпать сразу же. Какую у меня карту забрал? Так, ну-ка, что ты там сделал, такой козлина? А? Че у меня исчезло, я не понял. Бля. Левый, правый, левый, правый. Жгучая, клокочущая ненависть, принявшая зримый облик. Твое вожделение, твоя тень, твоя погибель. Понятно. Надо взять сперва голема, потом эфрита, их совместить, перемешать хорошенько и готово. Сейчас вы умрете. Ясно. Неприятный товарищ. Что у него за способность? Добавьте горение вражескому отряду. Спасибо, блять. То, что нужно. За короля твою. Классно. Как снять горение? Камни лучше тролить. Усилите эту карту на 2 единицы каждый раз, когда уничтожаете отряд. Собака. Горение. В конце вашего хода нанесите 1 единицу урона отряду с этим статусом. Когда горящий отряд будет уничтожен, добавьте горение смежным отрядом. Но в теории он должен выжить. Я буду его усиливать, по крайней мере, насколько это возможно. Ее величество знает, что делает. Ах, надо было лютиком сходить лучше, но хер с тобой. Вот и лютик. Но живой доспех намного пызже. Так, Агнарёк, создайте эффект. Зачем ты его создал? Что это он такое заюзал? Создайте эффект силы огня в каждом дружественном ряду на 3. Когда наступит Тед Дрейх, час конца, час белого хлада и волчьи пурги, Хеймдаль встанет против злых сил из стран Морхёк, против демонов и призраков хаоса. Ничего не понятно, ладно. Больнее, чем меч. Еще одного лютика сходить. С удовольствием. Так, давай тебя готовить к ходу. Вот думаю только, как тебя готовить. Сюда влезет еще одна карта. Давай все-таки тебя, наверное, в этот ряд. Я сейчас отоварю, потом костей не соберешь. Мантию забрали! Ну, уроды, просто поганые уроды. Слов нету.
Ладно. Я бы пиво выпил. 1000 за хер такой. И нет дна у пропасти, в которой подвергнется, в которую повергнет нас зло. Создайте две копии этого отряда в этом ряду после 5 ходов. Случайным образом распределите 3 единицы урона между вражескими отрядами. Он долго будет ждать, конечно. Так, я схожу. Это говно какое, а? Ну и тоже. Ну, даже под горением мы все равно заряжаем, как не в себя. Ах. Так, ты пока лежи. Ну давай тебя. Чё уж. С броней у них тут никого нету. Две единицы урона, но вообще огонь. Ёптыть! Ты у меня карту сжёг, просто подонок последний. Охуеть, хватит! Капец, что он делает вообще, псина просто поганая. Какой кринж, что происходит? Охренеть! Вот это он мне насувал в конце. Вот это просто жесть. Ну я тебя уничтожу сейчас просто вообще за такую дерзость. Так, погнали мстить. Будем иметь в виду, что он такой жесткий нагибатель. Так, тебя сменим, да, нормас меня устраивает. Духи мчатся быстрее ветра. Сегодня Бренна, завтра Вызима. Левый, правый, левый, правый. Насыпаем как не в себя. Ой-ой. В конце вашего хода наносите одну единицу урона сильнейшему вражескому отряду. Угу. Ну, будь пока тут. Бля, хватит мои карты сжигать, собаки поганые. Как прикажешь.
разведчика так хотел этот союз попытаться. Я всегда верить нам все равно, что ловить ветер. Да твою мать. Так, еще один лютик. Грозит больнее, чем меч. Усильте три смежных отряда. Ну, давай. Твой выход. Убирайся, пока я тебя не прирезал. Так, и сейчас мантия у меня зато осталась на краю, а он ее через ход сможет сжечь. Так что да, надо ее будет заюзать. Ты еще кто такой? Меня зовут Ринц. Запомни это. Я Ринц. Показал ей, что такое боль. Вот этими руками, вот этими пальцами. И пообещал, что когда мне в руки попадешь ты, королева, то и тебя я тоже научу боли. Этими вот руками, этими вот пальцами. Создайте эффект лесного пожара в ряду противника. Нанесите одну единицу урона вражескому отряду в ряду, где есть эффект лесного пожара. Расправа. Уменьшите запас энергии противника на 3 единицы. Класс. И через ход он мне захочет сжечь мою карту. Собственно, мантию-невидимку. Кого бы ее насыпать? Когда у меня барабанщика заберет, что тоже не очень хорошо. Так сделаем. Все-таки, учитывая, как он в конце будет меня нагибать. Дали еще одно барабанщик. Я не боюсь. Страх — это свойство простых людей. Угу, классно. Тебя мы возьмем. Вам привет из столицы. Ух ты. Бля. Дебил. Мне никто нажал, да. Так, еще одна карта сюда влезет, да? Одно и то же. С огнем следует прижигать, а добро золотом награждать. Очень вовремя. Очень, блин, вовремя.
Ох, вот это да, неприятный товарищ. Угу. Ну, одного можно снести. 4 единицы. Так, я не уверен, что хочу кого-то призывать из них. Кто-нибудь видел? И он мне сейчас карту сожжет, мразь, а? Да блин, да че ж такое-то? Исчадие огня. Но я сейчас намного меньше набрал, если честно. Ну и не то, чтобы он, конечно, дофига набрал, но если... А, ну сейчас они ходить... А, они успеют сходить все-таки. Твою мать. У него еще 3 карты есть. Дайте мне сходить, пожалуйста. Я отобьюсь, честно. Мразь, просто вообще мразь последняя. Окей, еще раз. Зараза ты такая. Угу, угу. Ух ты. И слова многих великих людей. А, нет, нет, я передумал. Бля, он тогда мантию мне заберет, сука. Левый, правый, левый. Правый. Берите у этой карты всю броню и нанесите вражескому отряду столько же единиц урона. Сити дружественный отряд. Ладно. Давайте дракарчик сюда. Да ёп, сразу у него этот раб, блин, вылез. Сегодня Бренна, завтра вы зима. Да, ладно. Блин. Ой, надо было лучше на барабанщика, но... Ну ладно. Еще закопировал не того, как назло. Так, давай. Как прикажешь.
ты, снова ты. Арпиайн будет вечно жить в преданиях. Вот это мне повезло. Ну и боже. Но закопировать этих я уже, к сожалению, никак не успею. Во. Ух ты, мантия вылезла. Опа. Набор имбы. К оружию! Этого мы тебе отдаем. Хотя... Ну ладно, забирай, что делать-то. Вечный огонь простому лучнику в подмогу! Вечный огонь, вон сейчас нас начнут вечным огнем поливать, как не в себя. Когда я с ними закончу, даже враха не останется. Так. Карты слева, карты слева. А был бы я при молоте, что бы ты сказала? Так, он мне еще одну карту сожжет, поэтому вообще не думаю. Еще призываем. О, лютик или драук. Вот этого можно ударить, и они его точно снесут за ход. С другой стороны, лютиком я еще хер знает кого-то напризывать могу. Быстрее ветра. О, уберите у этой карты всю броню и нанесите столько же урона. Можно вот этого снести. Так вот, супер. Ах, добили. Да ё-моё. Блять. 14 этого сносим, не думая вообще. Так, что ещё? Карта у меня. Класс. В войсках мне делать нечего. Потом тебя сюда, и ты кого-нибудь из этих добьешь. У меня вот эти трое будут рубать вообще как не в себя. Тобой сходить, этого можно ударить. А, этот меня уже типа разрядил, и он больше ходить не будет. Это так работает. Ну ладно, допустим. Допустим. Сюда один, сюда две. Ну, тебя я до последнего подержу, наверное. Блин, если его... Я бы его вниз поставил, он бы сразу нескольких мог усилить, и они бы все сходили. Хотя, нормально, нормально. Я вот сюда его сделаю. Я не боюсь. Страх — это свойство простых людей. Они все сходят.
наведут суеты. О, все, еще барабанщика мне насыпали одного. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Ну, все, я ему отомстил вообще просто сполна. Давайте позатестим эту карту. Валом. Плохо. Я ему вообще все уничтожил. Он вообще с голой жопой сидит. Ах ты мразь какая. Это что такое у тебя? Измученный дух. При нестерпимых муках рано или поздно наступает миг, когда истерзанный разум требует одного – отплатить другим той же монетой. Увеличить запас энергии противника на 3 единицы. Противника? Так. Они там походят. Даже не знаю. Вот это точно. Вот это, кстати... сейчас погибнет. То есть я сейчас схожу, он погибнет, я смогу сходить еще раз. Так что усиливать я его не буду. Я сделаю ставку на лучника. Левый, правый, левый, правый. Да ёптать. Охренеть, ты там не дофига ли напризывал? О, лютик еще погибнет следующим ходом. Что-то зря так сделал. Сейчас я тебе еще раз дам. Е. Колоду разблокировали. И чуть-чуть до 30-го прям каплю не хватило. А, точнее до 29-го. Оп, появляется новый мутаген. Возьмите две карты, затем сбросьте две карты. На случай, если вам еще рано покидать этот бренный мир. Две карты, затем сбросьте две карты. Угу. А сбросьте из колоды, или который на руках. Ну, скорее всего, на руках, который имеется в виду. Чепрак скорби. Плотва. Обратите каждую карту в вашей колоде в плотву. Призывайте этот отряд из вашей колоды в случайный дружественный ряд каждый раз, когда играете золотую карту. Седло из выделенной шкуры какого-то заморского существа, а под ним истрепанная тканная подкладка. Что любопытно, даже в самый лютый холод этот чепрак сохраняет тепло. Из его полезных свойств особо следует отметить то, что он наделяет владельца удивительной резвостью. Телепортация, впрочем, все равно быстрее. Искусный кузнец. Укрепляйте первый сыгранный в каждом бою отряд на 2 единицы. Можешь пенять насквозь сквер... Можешь пенять на скверный молот, ежели тебе так легче, но дело-то не в инструментах вовсе.
ты странствующая жрица. Создайте и сыграйте одно из заклятий Альзура. Многие служительницы богини Мелителия покидают главное святилище в Эландере и отправляются странствовать по королевствам Севера. Обычно это целительницы и акушерки, иногда миротворцы, проповедующие любовь к ближнему. Некоторые девушки уходят скитаться, питаются лесными ягодами и помогают тем, кто попал в беду. Для обездоленных встреча с ними знак того, что Мелителия о них не забыла. Прикольная карта. Ну, по крайней мере, такая очень тематически интересная. Так, в начале хода усиливайте этот отряд на 3 единицы. Ага. Бриколон истекает кровью, даже я не в силах его излечить. В начале игры усилите этот отряд на 3 единицы. Ага. Удвойте усиление, которое получил этот отряд, пока этот отряд находится в вашей руке или колоде. Что еще у нас нового? Сигвальд. Вильдкарл, который доживает до старости, пользуется огромным уважением в своей стае. Так как Сигвальд. Нанесите одну единицу урона отряду. Если он поврежден, тогда нанесите ему 2 единицы урона. Краснолюд Берсерк. Я знаю, что сегодня умру, но я умру не один. Чтобы об этом я позабочусь. В конце вашего хода нанесите одну единицу урона этой карте и случайному вражескому отряду. Угу. О, этого мы встречали. Дриады умеют придавать древним самые разнообразные формы. Да. Например, дать обличие огромного вепря. Ну, почти весь оплот разблокировали. Но тут еще, конечно, печальненько по картам. Тут, наверное, вообще ничего нету. Детлов, высший вампир. При виде него даже у ведьмаков трясутся колени. Призовите этот отряд из сбросов в тот же ряд. Можно применить не более 4 раз. При уходе карты с поля способность не восстанавливается. Ну вот этих мы встречали. Че еще кого мы встречали? Ого, нормально нам тут с этой колоды-то насыпали. Ну, яйца вот эти встречали. Вот гребаную пихтуру встречали. Грифон вроде был. Грифоны любят помучить, едят живьем по кусочку. Уничтожьте дружественный отряд в этом ряду. Если такой цели нет, уничтожьте эту карту. Че? Бесполезная карта. Гнильцы были такие товарищи. Неприятные, конечно. Вран воин. Усильте эту карту на 1 единицу за каждый уничтожаемый отряд. Они сидели на коленях неподвижно, как каменные. Он видел их оружие. Короткие дротики с широким наконечником. Мечи с чудом выкованной, с чудно выкованной гардой. Бердыши, зубатые гизармы. Ледяной тролль. Существует множество видов троллей, однако до сих пор не удалось найти ни одного, который не был бы туп, как ведро гвоздей. Если в конце вашего хода в вашем распоряжении больше отрядов, чем у противника, усилите эту карту на 1 единицу. Ослиск. Поглотите дружественный отряд в этом ряду. Ни один человек, сколь сильным или искусным он ни был, не может отразить удар хвоста ослиска, жало скорпиона или когтей грифона. Понятно. Катакана мы встречали. Ты кто такой? Бескостный. Активируйте способность завещания у бронзового дружественного отряда. Его никакие ворота не удержат. В любую щель пролезет. Циклопа тоже встречали. Кто еще? Химера. Сначала Касима совместил гены беса и грифона, затем добавил что-то от инсектоида и виверны. Да, мы встречали эту уже карту. Все, я вспомнил. Карантира тоже вроде встречали. Золотой мальчик, который вырос злодеем. Создайте в этом
Приду копию отряда из вашей руки, заменив ее силу на одну единицу. Хера себе. Такое себе. Лютик работает лучше. О, полуночница. Еще не встречали. Ее создает крыс. Много ли вреда, в конце концов, можно нести бледная искушенная женщина, запутанная в изодранное платье? Так вот, много. Угу. Если увидишь их, лучше всего поджечь лес и уносить оттуда ноги. Яйца эндриаги. Ага, создает трутней. И у каждого по единичке здоровья, то есть 4 на 3 меняем и заполняем при этом еще и без того тесное пространство. Поглотите дружественный отряд. Усилите эту карту на одну единицу каждый раз, когда играете. Отряд со способностью завещания. Боишься, что умрешь в пустыне от жажды? Не переживай, до этого обычно не доживают. Вместо того, чтобы скорбить над павшими, лучше выпьем в память о них. Нанесите вражескому отряду урон, равный количеству отрядов в вашем распоряжении. Морвуд. Усилите все дружные отряды на одну единицу. Питается исключительно внутренностями. Привередлив. А что он делает? Усилите дружный отряд на одну единицу. Понятно. Вот этого мы встречали. Создатель коров. Ты кто такой? Любовь оправдывает любое безумие. Уничтожьте дружественный отряд, затем создайте два эльфийских ловчих в этом ряду. Принц Жаба. Большой, злой, мерзкий в каналах сидит. Поглотите вражеский отряд силой 3 единицы или меньше. Этого мы встречали, который кости создает. Ты кто такой? В детстве Идаран жил в Вызимских каналах. Он был на редкость одаренным ребенком. Уже в 5 лет начал проводить опыты на крысах. Крысолак. Восстановите силу этого отряда и создайте столько крыс в этом ряду, сколько было снято единиц усиления. Ой-ой. Ты кто такой? Каталак. Он теперь не может, когда ему он терпеть не может, когда ему чешут брюхо. Нанесите по одной единице урона всем вражеским отрядам в противоположном ряду. Неплохо. Аксель трехглазый. Слова его исполнены мудрости. Ага, ну мудрость теряется в безумии. Да, я помню, мы встречались в бою. Оно шевелится. Да, мы тоже встречали эту штуку. А что она делает? Ага, создает трутни. Фу. Рваное крыло. Уничтожьте дружественный отряд, затем усилите эту карту на значение его изначальной силы. Сонная она какая-то. Ткни-ка ее пару раз в бок, может, оживет. Я приказы исполнять умею, без поучения обойдусь. Усилите смежный отряд на 2 единицы, усилите все остальные отряды в этом ряду на 1 единицу, ну, в зависимости от того, где размещать. Но они, да, похожи на оплот некоторые карты, по крайней мере, по своему описанию. Этерал. Ее самый большой страх может стать твоим. Уничтожьте отряд справа, затем создайте на его месте копию этой карты. Создайте и сыграйте копию бронзного отряда из вашей руки, затем добавьте ей щит. Ну, тоже, как этот, я забыл, ну, в общем, всадник во плоти. А далее, движением бровей поднимала разводной мост. А уж что творилось, когда она шевелила рукой, подумать страшно. Ну, вот эта колода мне побольше нравится, но ее, опять же, мало. В отличие вот от того же оплота, который у меня вот тут уже прям дофига собралось. Так, ну что, давайте на этом закончим. За следующим реагентом уже в следующей серии пойдем. Так что всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пока-пока.